Hare Rama.
Кришна, Кришна. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Please sing again, one more time, please. Hare Krishna. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Oh Hare Rama Hare Rama Rama Oh Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шри Кришна очень любит коров своих во Вриндаване. Каждое утро он выходит пасти коров. В это время он идет перед коровами, играя на своей флейте, а каждый вечер он возвращается с коровами, но тогда он идет за коровами, полностью покрытый пылью Вриндавана, которая поднимается вверх копытами коров. Кришна научился пасти коров сначала, когда он был очень молод. Заботьтесь о телятах. Он мог доходить только до границы деревни, потому что он был очень маленький. Таким образом, Нанда и Шода наблюдали за Кришной. Но пришел день, когда Кришна поменялся. Яшода сказала подругам: «Не знаю, что с моим мальчиком происходит. Он не хочет, чтобы я его купала больше. Он ведет себя по-другому». Также Нанда заметил. Иногда Кришна рассказывал мне все раньше, а сейчас он больше не разговаривает со мной. Его брат Сунанда сказал: «Он со мной теперь разговаривает. И я думаю, ты знаешь, что он хочет. И так как он Кришна, он не будет тебе прямо говорить, он мне говорит. Никогда не разрешу ему», — сказал Нанда Махарадж. «Я думаю, ты должен согласиться с его просьба. Он хочет пасти больших коров». Нанда говорит: «Надо с женой поговорить». Потому что это означает, что Кришна будет уходить из Вриндавана и ходить пасти коров в лес, в Раджа. И он поговорил с Яшодой.
Поздно ночью. На следующее утро Нанда Махараджа вошел в собрание, все встали, освободили место для него. И Нанда прошел через людей, через толпу, сел и эмоционально начал говорить. Через день-другой Кришна пойдет пасти больших коров. Тут произошел сбой в записи. Начался другой кусок. Похоже, Махараджа уже рассказал какую-то часть. И теперь он рассказывает о том, что день, когда Кришна начал пасти коров, празднуется в Абраджа как Гопаштами. Ему дают... Он одет в красную одежду с золотым бордюром, и также ему подарили другие вещи, которые он, ему нужно было для, для того, чтобы пасти коров. Есть четыре вещи, которые Кришна использовал для, для пастбища. Вчера мы уже пытались их вспомнить. На самом деле их пять. Один из это его голос. Ему нужно очень громко кричать «Хей-хей!» для коров. Также подавать разные сигналы. Например, им нужно говорить, когда идти попить воды. И он также использует свою флейту. По своей флейте он зовет разные группы коров. Палочку, лагуди. Также рожок. И пятое дано ему мамой. Это одеяло. Он накидывает это одеяло на плечи. С одной стороны, оно защищает его от дождя и от холода, и от ветра. Это все очень редко происходит. Ну, чаще всего на Говардхан лили это происходит. И очень дорогое одеяло напоминает ему маму, любовь мамы Ишоды. Черное одеяло он использует зимой. Там несколько одеял разных цветов. А мы будем говорить о черном одеяле. Есть еще один, одну вещь он использует. Вчера мы говорили о нем. Помните сегодня еще одну вещь, которую Кришна использует для коров? То есть это веревка. Она сделана из шелка. И она украшена жемчужинами. Потому что коровам лучше давать все самое лучшее. Затем Кришна каждое утро выходил из деревни Вриндавана и шел через восточные ворота, а возвращался через западные. Он использует веревку, но никогда не бьет коров. Он либо бьет по земле, справа или слева от коровы, и тогда корова знает, куда идти. Потому что он любит коров. А это одеяло, которое он использует, говорит Судар, оно черное, и он использует его против дождя во время сезона дождей. А если он видит теленка, который дрожит от холода, он одевает его в это, в это одеяло. И он спрашивает, ты что, потерялся? Маму ищешь?
таким образом защищает теленка. И Кришна с любовью обнимает его, и теленку становится от этого очень хорошо. Кришна любит это одеяло очень сильно. Он его очень близко к сердцу держит, потому что ему дала его Яшода. И он боится или в панике находится, когда он его теряет или когда его крадут. Во Вриндаване очень много любовных краж происходит. И Шьямананда сегодня читал или пел сегодня вместе с вами песню, которая прославляет величайшего вора, потому что Кришна любит воровать. И эта песня Билвамангала Такура, мы там слышали, что Кришну называют ужасный вор, потому что даже его имя такой вор, что когда вы слышите имя Кришна, то ваша карма покидает вас, у вас ее крадут. Когда вор проходит мимо вас, вы думаете, а кошелек еще у меня в кармане или нет? Начинаете ощупывать свои карманы. Так что имя, оно величайший вор. Потому что он крадет у вас вашу карму. Так или иначе, однажды, это было полдень, Кришна отдыхал на одеяле Яшоды. Он лежал на земле Вриндавана. Он спал и видел сны. А гопи, которые видели это, подошли к нему. Они аккуратно шли, чтобы не наступить ни на какую веточку. И так или иначе, под руководством Радхарани, они смогли украсть одеяло, на котором лежал Кришна у него. И когда Кришна проснулся, сначала он не заметил, что его обокрали. Затем он хотел взять одеяло и накинуть на плечи, но он не увидел его, и он в панике подумал, как я вернусь домой, что он скажет Яшода, когда он увидит, что я без одеяла. И он думал очень внимательно, кто украл одеяло, когда я спал. Мои друзья-пастушки бы не сделали это. Только одна группа людей могла сделать это. Я знаю, кто за этим стоит. И Кришна пошел на Варшану и подошел к Шримати Радхарани и сказал: «Я знаю, кто украл мое одеяло. Давай-ка возвращай его назад». А Радха даже не посмотрела в его сторону. «О, горделивая девушка, мне правда нужно мое одеяло». Рада даже не спросила. Только Лалита пришла. Они, наверное, поговорили до этого. Царица Вриндавана, сказала Лалита, владеет всем, включая одеяло. Если хочешь назад одеяло, которое ты называешь своим, царица решила, что ты должен исполнить 4 условия. Все, что хотите. Маленькая улыбка начала появляться на ее губах. Царица решила, что первым условием будет то, что ты должен перестать дразнить гопи. Мне кажется, я никого никогда не дразнил, сказал Кришна. Следующее — это
stay always in Braj. Всегда живи во Врадже. Никогда не покидай Брадж. Кришна сказал, конечно. Пока Радха подала знак Лалите, Лалита замолчала, Радха начала говорить. Радха сказала, третье условие, всегда оставайся в моем сердце. Хорошо, сказал Кришна, все, что хочешь. Сегодня я должен вернуться домой с одеялом. И четвертое, сказал Радха, всегда поддерживай своих преданных, особенно, когда они в самых сложных ситуациях в их жизни, когда они в сложных положениях. И Кришна сказал, конечно, я это сделаю. Я буду заботиться о преданных, которые приняли прибежище у тебя, Радха. Если они придут через тебя, я буду всегда заботиться о них, даже когда у них будут сложности. Мои дорогие преданные, есть много катхи, которые рассказывают о том, как Крипа, милость Радхи, более безусловна, чем Кришна. И, возможно, Махапрабху, который пришел с цветом тела Радхи и в настроении Радхи, с безусловной любовью, таким образом, одеяло было возвращено, но с четырьмя условиями. Но это не то, что я хотел вам рассказать. Я хотел рассказать вам полностью другую лилу. Я только вспомнил это по дороге. Я подумал, преданные сначала должны услышать о одеяле и как абсолютно важны оно важно для Кришны, что он стал просить у Радхи его любой ценой. Я хотел рассказать вам другую лилу, которая подсветит определенный момент в вашем сознании Кришны. И это будет очень замечательно. Но, во-первых, я бы хотел представить вам простую технику. Это петь святое имя и думать о Кришне. Если вы слышали что-то в этой катхе или в этой игре с одеялом, которое вы, на чем вы хотели сфокусироваться, например, как он получил свою лагуди, веревку, или как он выходит из восточных ворот, вы поете тому Кришне, который держит палку пастуха и который выходит каждое утро из восточных ворот. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. A little bit more from the heart, if possible. Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Devotees wonder how they can improve their kirtan practice or their japa. Once Giriraj Maharaj asked Srila Prabhupada, how do we actually chant the holy names? And Srila Prabhupada's answer was actually startlingly simple. He said, just like you address me and speak to me, just like your sound, when you address it to me, goes into my ears and I listen to you. When you chant, you address Krishna through his holy names and he will listen to you. And then the connection is made. Let us sing in a connected way, please. Everybody, please. Oh, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare time, please, everybody. Hare Krishna, Hare
Thank you. You are chanting very nicely. Very nice. Спасибо, вы очень хорошо пели. Однажды Кришна был в особом настроении. И очень близкие друзья, такие как Маду Мангал, Уджвал и Судама, смогли понять, что было у него на уме. Он сильно укутался в одеяло и сказал друзьям: «Друзья, хочу побыть один. Отдохните. Сейчас полдень, поспите». Он был в особом настроении, если хотите. Кришна пошел один в определенный лес Камара, укутавшись в одеяло. У него была назначена встреча. Он сложил одеяло, когда он прибыл на место, на черный камень. Очень мягко, он очень аккуратно сложил и положил одеяло вниз. Тот, с кем он назначил встречу, опаздывал, и он должен был подождать. Сел на свое черное одеяло, на камень, и ждал Шримати Радхику. Но в этот день Джатила, мы слышали об этой старой женщине, которая всегда была разочарована в своей жизни. Когда Хари Прасад сегодня цитировал стих, Джатила всегда следила за Радхой, и она даже запрещала Радхе пойти в этот день на Сурья-кунд, где она якобы совершала пуджи. Что думала Джатила, было в интересах ее семьи, потому что если Бог Солнца удовлетворен, много благословений придет. Джатила очень подозревала Кришну, что он встретится с Радхой. И в этот день Радха как раз опаздывала. Желание Кришны встретиться со Шримати Радхарани увеличивалось постоянно. Он встал со своего сидения, ходил туда-сюда. Беспокойно он сел, еще подождал. Снова встал, опять стал ходить. В конце концов, он сказал флейте: «Все, не могу больше ждать. Ты мой друг. И в горе, и в радости, о друг». Я стою уже, я скоро впаду в депрессию, если ты меня не поможешь. Только касание Шримати Радхарани может мне помочь. Пожалуйста, передай Радхе, чтобы она как-нибудь пришла. Я очень хочу. И флейта вошла в самадхи. Да, флейты могут тоже попадать в самадхи во Вриндаване, входить в самадхи. И сделала определенный звук, который никто не мог услышать, кроме Шримати Радхарани. Воспроизвело. А звук был такой: «Радха, быстро приходи». А Радхарани была очень близка. Она смогла сбежать. Была определенная дверь, которую она знала, и она через эту дверь
ускользнула. Она хотела сюрприз Кришне устроить. Кришна сидел там. Сама музыка флейты, звуки флейты в самадхи продолжались. Сам Радхарани подходила близко, она наступила на сучок, крак. Кришна обернулся и увидел золотое сияние Радхарани. Оно наполнило Кришну огромной любовью. Вы должны знать, что Кришну не впечатлить красотой, богатством, одеждой. Он впечатлен только Радхой, любовью, вернее. Потому что Радхарани — это Махабава Сварупини, сама форма высочайшей любви. Эта любовь омыла Кришну и спасла его от боли разлуки. Он побежал к Радхе и оставил черное свое одеяло на камне. Они провели много часов вместе. Через какое-то время Шримати Радхарани вернулась. Но общение так сильно повлияло на Кришну, что он продолжал идти в одиночку в лесу. Радха была у него в уме и снаружи. Возможно, он вспомнил одну игру, где Радха. Сегодня мы слышали, как Кришна очень разозлил Радху, и Радха пошла в любовное настроение отвержения. И как тогда Кришна после этого был приглашен на завтрак через Нанду Махараджа, пригласили всю семью Вришабану Махараджа, его жену, двух дочек. Одна из них была Шримати Радхарани. И Радха не хотела идти. Twisting and turning and this way, and then Krishna pacified her. И затем Кришна успокоил ее. Помните как? He stuck his head in the sun rays, and there was a long shadow of his head that ended there. Поставил свою голову под солнечные лучи, и тень эта длинная была у стоп Шримати Радхарани. И Радха, в конце концов, простила его. Однажды Нанда Махарадж стоял, и Кришна был рядышком. Прямо рядом. Нанда и Яшода не знают о трансцендентной близости Радхи и Кришны. Это очень большой секрет для них. Для них Кришна маленький мальчик, а маленькие мальчики не интересуются гопи. И Кришна чувствовал ужасно бы себя, если бы родители узнали. И Кришна рядом с Нандой, и Радха идет. И Радха, вы должны знать, одно из самых секретных оружий Радхарани, которое действует как стрелы, это что?
Yes. Ее взгляды из уголков глаз. И она бросила свой этот взгляд на Кришну. И Кришна так застыл, что его флейта упала на землю. Бабах! Прямо перед Нандой Махараджем. И следующее, когда стрела ее взгляда упала второй раз, его рожок, который издает громкий звук, также упал на землю. Рупа Манджари сказала Радхе: «О, Радха, ты не знаешь, как неудобно все это получилось прямо перед Нандой Махараджей. Пожалуйста, не стыди Кришну, когда Нанда Махарадж рядом стоит. Не направляй свой взгляд на Кришну. В этом случае не знаю, что в следующий раз упадет с него. Может, его тюрбан, может, вся одежда. Когда Кришна одет в одежду пастуха, вы должны знать, по что он одет. У него золотая рубашка. А тюрбан какого цвета, как вы думаете? Оранжевый? Да. А его пояс? Тоже красный, правильно. И эта одежда настолько красивая, она сравнивается со слоненком. Я не знаю, Хари Прасад, как думаешь, слоны также одеваются или как слонята? Нет, оказывается, его сравнивают с походкой слоненка. А походка Радхи как у лебедя. Лебеди ходят таким образом. Так что, а Кришна ходит как слоненок. Что еще упадет? Может, тюрбан, может быть, рубашка. Что говорить о других вещах? Так что вот такое влияние взгляды Радхи оказывает на Кришну. Так что Кришна пошел через лес Камара, преисполнен любви. Вдруг мысль к нему, он подумал, а куда я дел свое черное одеяло? Он подошел к камню, но черное одеяло не лежало на этом камне. «О», — сказал Кришна. Он, наверное, вспомнил инцидент, который произошел до этого. Там были гопи рядом, которые время от времени бросали взгляд на него. Они иногда убирали лес, чтобы не было следов встречи Радхи с Кришной. И очень смиренно Кришна подошел к ним и спросил: «Подружки, не видели мое одеяло?» Одна гопи улыбнулась. Тут ветер налетел и сдул твое одеяло. И оно попало в Ямуну. Это было очень неудобное предположение. Кришна сказал: «Ну, хватит. Нет такого сильного ветра». Затем другая гопи сказала: «О, Шьям, я видел, корова что-то жевала. Наверное, твое одеяло». За маленькую игру на флейте, песенку на флейте, мы дадим тебе намного лучшее одеяло. Кришна сказал: «Это одеяло мне дорого, потому что оно от Яшоды». Честно говоря, гопи не знали, где это одеяло находится.
И Кришна продолжил идти, и вдруг он увидел Дурваса Муни. Мои дорогие преданные, этот святой был одет только в обноски какие-то, и его... У него были разбросанные по телу волосы. Он выглядел очень сильным, потому что Махабхарата говорит, что тот брахман, который силен, силен в аскезах, и который думает о дхарме, этот мудрец известен как Дурваса. Вы должны знать одну вещь о Дурвасе. Он прославлен, прославлен. И также многие его боятся. За что? У него, он очень... Его легко разгневать. И Кришна подошел к Дурвасе со сложенными руками, и он увидел, как Дурваса держит одеяло со слезами на глазах, как будто величайшее богатство. Дурваса обратился к Кришне, говорит: «О, сын Нанды, это твое одеяло?» Кришна сказал: «О, Муни, это было моим одеялом до тех пор, пока ты его не забрал. Моя обязанность, как и у отца, ежедневно раздавать пожертвования брахманам. Но я никогда не приму пожертвования от тебя. Я не могу забрать у тебя больше это одеяло. Я могу только принять дар трансцендентного знания от тебя». Ты знаешь дорогу Дхармы. Ты знаешь ту дорогу, которая ведет обусловленные души к освобождению. Пожалуйста, делай с этим одеялом, как ты, что ты хочешь. Мои поклоны тебе, вся слава тебе. Это то, как Кришна поклоняется брахманам через подарки. Он своим шакти организовал, чтобы Дурваса получил это теплое одеяло перед зимой. Но есть другой очень важный урок здесь. Дурваса не одел его одеяло. Он держал его так. Возможно, позже он использует одеяло по назначению. Мои дорогие преданные, есть большие благословения в тех вещах, которые принадлежат Кришне. И благодаря принятию этих вещей, которые использовал Кришна, вы можете пересечь иллюзорную энергию. Есть стих в Бхагаватам. Удава, личный слуга Кришны, информирует нас. Мой Господь, просто украшая себя гирляндами, которыми ты уже понаслаждался, украшая себя маслами, одеждами и украшениями, которые ты использовал, и почитая остатки твоей пищи, мы, твои слуги, на самом деле, можем освободиться от иллюзорной энергии.
Шонатха Чакраварти Такур спрашивает: «Хорошо, мои дорогие преданные, вы используете те вещи, которые Кришна использовал. Хорошо. Но какова ваша программа преодолеть майю?» И преданный отвечает: «Хорошо. Мы преодолеем майю оружием прасада, то есть теми вещами, которые использовал Кришна». Также можно спросить: «Но, преданные, не будьте наивными. Посмотрите на мудрецов, которые пытаются духовно прогрессировать. Они имеют одежду, они практикуют целибат, они поднимают семя вверх, они спокойны, они находятся в отрешенном укладе жизни. Они только могут достичь духовного мира. А каков ваш процесс? Какова ваша методология?» И преданные скажут ему серьезно: «Мы не будем преодолевать майю, как эти голые мудрецы. Мы будем преодолевать майю, как твои преданные, с помощью света твоей сударшана чакры. Мы преодолеем темноту майи и попадем к тебе. Эта сударшана чакра имеет форму памятования и прославления твоих игр. Благодаря этому процессу памятования и прославления твоих игр мы легко преодолеем, пересечем темноту майи». Мои дорогие преданные, когда вы предлагаете обычную пищу, определенные специи Кришне, эта пища получает особую электрическую природу. Когда вы предлагаете ваши слова, такие как святое имя, как воспевание святого имени Кришны, эти имена, на самом деле, они уже Кришна. И когда слова, которые прославляют Кришну, входят в ваши уши, тогда, мои дорогие преданные, электрическая энергия, электрическое — это мирское слово, вы знаете, что я имею в виду, духовная энергия святого имени и катхи, когда это приходит к вам: «О, у меня есть это». Мои дорогие преданные, сегодня мы будем раздавать два вида махапрасада. Мы будем распространять священный рис, который попробовал Господь Джаганнатха. Говорится, что в Пури вы получаете любовь к Богу, съев махапрасад Господа Джаганнатхи, а в Навадвипе любовь дается святым именем, а во Вриндаване любовь дается пылью Вриндавана. Я попрошу Прахлада Нрисимху. Ты здесь, Прахлад Нрисимха? Нет, его нет. Тогда я попрошу Ниламбару. Он будет ждать вас в конце лекции у выхода и раздавать махапрасад. Он только что пришел. Я слышал, что это очень особый махапрасад, но все преданные будут говорить, что это особый махапрасад. Скорее всего, все они правы. И второй махапрасад, который вы получите, это порошок холи. Лила происходила весь день. Смотрите, там порошки разные: зеленые, розовые. О, божеств. Пожалуйста, эту идею возьмите у Удавы с собой. У меня есть один духовный брат. Его святейшество Индрадьюмна Махарадж, который любит все виды махапрасада.
из-за веры в этот процесс. Пожалуйста, возьмите, очень уважайте Махапрасад, всегда принимайте его с уважением. Я помню, однажды я был в Пури и ел Махапрасад Господа Джаганнатхи. И я постелил свое одеяло на пол. И перед нами были тарелки из листьев, я помню. Царь Пури, который очень был добр к нам, он дважды в Берлин приезжал, был с одной стороны, а следующий царь был также там. Царица была там, все были там. Мы получили наш Махапрасад на зеленых листиках и сидели на полу, но никто не начинал есть. Я посмотрел на царя, а тот смотрел на меня. Я нагнулся и спросил: «Извините, я западный человек, может, я что-то не то делаю?» «О, Свамиджи, да, вы кое-что неправильно делаете». «И что я неправильно делаю?» «Пожалуйста, скажите мне». «Я все исправлю». Вы сидите на одеяле. Вы немножко выше, чем Махапрасадам. Нам нужно быть ниже, чем Махапрасадам. Нам нужно быть уважительно к нему». Я немедленно убрал одеяло. И тогда мы все сидели на голом полу, и ничего не было между нашими телами и мрамором, хотя было немножко холодно, но мы уважительно отнеслись к Махапрасаду. И есть стих в Панчатантре: когда вы идете к доктору, к астрологу, или вы спеваете мантру, во всех этих занятиях вера в процесс будет решающим фактором. Вы не можете воспевать мантру без веры. Вы не можете ожидать, что вы вылечитесь, если вы не доверяете своему доктору. Шрадха является решающим фактором здесь. Если вы принимаете Махапрасад Кришны, когда вы слушаете Святое Имя, когда вы слушаете Кришна Катху в уважительном настроении, в смиренном настроении, в отношении принятия, это решит, насколько этот процесс повлияет на вас духовно. Мы заканчиваем нашу катху So, Hare Krishna, we will come to the conclusion with Mahaprasadam here, and Nilambara gives you the Mahaprasad. Будем раздавать здесь. With, how will you take it? Как вы будете его забирать? With a faithful attitude. Принимать, вернее. Full respect. С верой и уважением. И то, как мы это будем делать, мужчины подходят сюда, а женщины с другой стороны. Does
doesn't matter. We took this care. Maybe for religious, for spiritual reasons. Ladies can come there and men there. And we will sing in the time. So I suggest not all of us at the same time, although it is good to battle for the right things. Choose your battles wisely, but we can also do this. Я думаю, драться не стоит за Махапрасад, хотя хорошо иногда посражаться за правильные вещи. Но я думаю, всем хватит. Shri Radha Madan Mohan ki Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Jai Jai Hare Krishna Hari Bol Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama.
Sham Nitai Gora Premanande Hari Hari Bol.